Привет, дорогие подписчики и зрители, как всегда диспетчер, и сегодня я вам покажу, что засняли в Германии. Но время точно я не знаю, и когда я точно тоже не знаю. Но эпично сам ролик выглядит на фоне всего этого, ну просто без комментариев. На самом деле, дорогие зрители, если вы присмотритесь, это черное НЛО появляется уже не в первый раз. Он выпустил что-то необычное куда-то. И для чего это я не знаю и не понимаю. Но из вас множество людей будут задавать один вопрос. Что это такое и почему оно именно сейчас что-то выпустило? Множество, наверное, будет ученых, уфологов думать, что это, наверное, фейк. Но если вы присмотритесь к всему этому ролику и досмотрите до конца, и вы поймете, что это не фейк. Смотрите, дорогие друзья, подписывайтесь, ну а самые такие наглые, ставьте лайки.